Акробатические пируэты, элегантные танцы, парад фигуристов в фантастических костюмах. И все это на гладкой поверхности свежего льда, который на полтора часа превратился в театральные подмостки. В ожидании торжественного открытия катка в сквере юбилейный перед театром «Наш дом» собрались сотни химчан. Дети и взрослые прильнули к бортам зарядиться новогодним настроением от сказочного шоу. Другие прогуливались по аллеям парка, где развернулись палатки с горячими напитками, закусками и сувенирами. Оценить организацию праздника приехал глава Химок Дмитрий Волошин с помощниками и депутатами городского округа. Это шикарно. Но если что, то я могу после заказа по размеру даже привезти. Не вопрос. Строительство катка в самом центре Химок – инициатива администрации города и совета депутатов. Представители власти и почетные горожане поздравили химчан с открытием нового места для зимнего отдыха. Я благодарен всем, кто поддержал нашу инициативу открыть здесь каток, который будет работать 3 месяца абсолютно бесплатно для всех наших жителей. Я надеюсь, что вся инфраструктура, которую мы предусмотрели здесь, также будет помогать вам прекрасно проводить время. Вы будете знакомиться, общаться. Дети научатся кататься на коньках. Может быть, кто-то из них и станет олимпийским чемпионом. Я очень надеюсь. Пользуйтесь таким замечательным катком. Впереди Новый год, впереди каникулы. Хорошего настроения и хорошего интересного времени вам. Дождь из конфетти ознаменовал открытие катка. Малыши и их родители, школьники и студенты, молодые пары устремились на ледяную гладь. Каток очень крутой, оформление тоже хорошее. Вот музыка тоже очень хорошая. Очень здорово, что в нашем городе теперь есть такое место замечательное. Очень новогодняя атмосфера, очень красивый лед, все очень красиво украшено. Пока одни горожане проверяли на прочность только что залитый лед, часть конькобежцев задерживались у сцены, на которой выступали приглашенные артисты. Многие пришли на каток со своими коньками. Для тех, кто не имеет в арсенале необходимой атрибутики, открыт пункт проката. Одновременно выходить на лед театрального катка смогут около 200 человек. Его площадь 2000 квадратных метров. Плюсовая температура ледовой площадки не страшна. Каток не растает даже при 10 градусах тепла и простоит до середины марта.